В рамках акции «Спорт против наркотиков» в спорткомплексе «Олимпиец» прошло открытое первенство Славянского района по танцевальному спорту «Золотая осень». В соревнованиях приняли участие 77 спортсменов. Все они – воспитанники детско-юношеской спортивной школы Олимпийского резерва «Изумруд». На паркет выходили как начинающие танцоры, которые только начали делать первые шаги в этом красивом и изящном виде спорта, так и более опытные танцевальные дуэты. Танцевальная пара Олега Коломейца и Александры Хлутковой сложилась не так давно. Вместе ребята тренируются всего один месяц, но уже смогли сработаться. Первенство Славянского района – это первые соревнования, где они выступили как дуэт. И результат оказался очень неплохим. Спортсмены заняли первое место в своей возрастной категории. Мы заняли первое место, танцевали медленный вальс, быстрый фокстрот, танго, самба, чача-ча, джайв и румбу. Трудно было победить? Все удалось? Ну, как трудно? Смотря сколько тренировался. Если тренировался мало, то да, трудно. Если нет, то нет. По итогам соревновательного дня спортсмены каждой в своей возрастной категории были награждены кубками и медалями. Первенство района по танцевальному спорту проходило накануне Дня матери. И все свои победы юные танцоры, конечно, посвятили своим мамам, которые их во всем поддерживают. Анна Монастыренко, Георгий Калинин. Программа «События».